В эфире обзор прессы на Первом деловом. В популярных украинских изданиях читайте о таком. Чтобы понимать, в чем летние шины уступают зимним, эксперты автоцентра провели оригинальный тест. Сравнили зимние покрышки с летними в реальных зимних условиях в Заполярье. О том, можно ли ставить зимнюю резину только на одну ось, о поведении автомобиля, обутого в разные шины, и о его возможности останавливаться и разгоняться на льду и снегу, узнайте в новом выпуске журнала «Автоцентр». Чем прозрачнее и понятнее структура корпоративного управления компании, тем она доступнее для восприятия и контроля. В Украине принят и действует ряд законодательных актов, в той или иной мере определяющих принципы корпоративного управления компаниями разных организационно-правовых форм. Если речь идет о структуре корпоративного управления акционерным обществом, то этот вопрос детально регулируется законом об акционерных обществах. Кроме того, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила принципы корпоративного управления, которые хотят и могут применяться к компаниям различных организационно-правовых форм, все же в основном ориентированы на акционерные общества. Принципы носят рекомендательный характер и предлагаются к добровольному применению. Революция в центральноевропейских странах, которая привела к падению коммунизма, была преимущественно обусловлена проблемами экономического характера. Мертвые государственные предприятия с центральным планированием не могли обеспечить даже базовые потребности общества. Открыв свои экономики, страны узнали, что их низкотехнологичная промышленность не выдерживает глобальной конкуренции. С другой стороны, унаследованное от предыдущей системы начальное и среднее образование было сосредоточено в математике и естественных науках на более высоком уровне, чем во многих западных странах. Это, конечно, существенно влияло на международные показатели программистов из Центральной Европы. Эти факты не могли упустить крупные корпорации. В результате Центральная Европа стала центром аутсорсинга различных деловых услуг, от бухгалтерского учета до информационных технологий. Причины и последствия на страницах комментариев.